Всем привет! Я последний день в Анапе. Я надеюсь, мои патчи отвлекут внимание от моего прыща. И надеюсь, меня слышно. Я последний день в Анапе и решила, пользуясь таким видом, снять видео вопрос-ответ. Вопросов накопилось очень много. Итак, вопрос, что мне нужно для полного счастья? Мне нужен человек рядом надежный. Все остальное, я думаю, с течением жизни будет в той или иной степени. Либо больше, чем я хочу, либо меньше, чем я хочу. В какую секту ты ходишь? В ту же, что и вы. Под каким пунктом у меня замужество? Да не под каким у меня пунктом замужество. Я когда хотела в свое время, мне не довелось это сделать с течением обстоятельств каких-то. Не то время было и не то место. Сейчас мне это не нужно просто, вот и все. Я не хочу, я не считаю это чем-то таким, к чему нужно стремиться. Вот. Я знаю, я часто говорю эту фразу, но реально так и есть. Я считаю, что к этому не нужно стремиться. Мне желательно моего человека, который будет со мной всегда рядом, и все. Я могу с ним прожить всю жизнь и без штампа в паспорте, поэтому это не самое важное. Есть у тебя кто? Парень? Нет, девушка у меня есть. Блин, что за бредовые какие-то вопросы? Ну, я думаю, даже если у меня нет на данный момент парня, как вообще вас это касается, объясните мне. Здесь, кстати, очень много вопросов политического характера, но я не хочу их сейчас озвучивать и отвечать, уж тем более не хочу на них, потому что я в таком прекрасном месте, и простите уж, но как-нибудь в следующем видео. Я сейчас не расположена на такие вопросы. Я надеюсь, мое лицо видно. Ты как-то говорила, что 5 пунктов твоего плана на 6 месяцев, почти все пункты плана выполнены. А каковы твои дальнейшие планы? Дальнейшие планы у меня есть, но я пока их не хочу озвучивать, потому что я такой немножко не то чтобы суеверный человек, но, наверное, чуть-чуть. Я не хочу озвучивать их раньше времени. Вы в любом случае об этом узнаете, что случится, что происходит в моей жизни. Я думаю, это задавал какой-нибудь новый подписчик, поэтому я не знаю, что тебе ответить, говорить пока я заранее не хочу. Идеальные 5 пунктов, надеюсь, это не лабутены и шуба. Надейтесь, если бы у меня были бы такие 5 пунктов, то вы бы увидели в видео каком-нибудь однозначно лабутены либо шубу. Кто-то, кстати, спрашивал у меня, вернусь ли я в Воронеж, не знаю. Я тоже не могу сказать точно, где я буду завтра, где я буду послезавтра, поэтому я не могу вам сказать точно, когда-нибудь вернусь, но когда это будет, неизвестно. Ну, а я попрощаюсь с вами. Надеюсь, я ответила на часто задаваемые вопросы. И увидимся в следующем видео. Так.